Когда после трехлетней предварительной работы, сопровождавшейся большим количеством набросков самой разнообразной техники, от сангвины до графита и мела, картина впервые была выставлена на суд зрителей, она вызвала противоречивые толки среди публики и критики. Сюжет полотна, обычно считающегося наиболее ярким произведением периода Эдер, навеян барельефом одного из фонтанов Версальских садов, а именно купанием нимф Франсуа Жирардон. Картина эта – синтез творческой эволюции Ренуара за последние несколько лет. Пейзаж, на фоне которого изображены купальщицы, явно написан в мастерской и лишен той игры света, что отличала пленэрную живопись. В сюжете картины ощущается некоторая мифологическая условность. Он выглядит вневременным, что в корне противоречит былому увлечению художника современной жизнью. И все же тонкие лица, живые жесты и типично городская красота моделей говорит о том, что Ренуар – живописец своего времени. Женское тело – постоянный предмет живописи Ренуара. Чтобы написать больших купальщиц, он сделал множество рисунков. Картина была выставлена в мае 1887 года в галерее Жоржа Пети с подзаголовком «Опыт декоративной живописи», что подчеркивало интерес Ренуара к точкам соприкосновения искусства и ремесла. Это отвечало чаяниям общества и регуляристов, одной из задач которого было возведение ремесла в ранг художественного творчества. Обнаженным фигурам, написанным под сильным влиянием классической красоты Галатеи и Рафаэля и чистоты рисунка Энгра, свойственны ясность и линейная завершенность фресковой живописи. Линии женского тела образуют сложную игру, контрастирующую с гладкой, словно полированной, равномерно освещенной поверхностью кожи.